Друзья, настало время подвести итоги сегодняшнего фотомарафона. Мы сегодня отмечаем Международный день космоса и делаем это посредством ваших фотографий. Работ было много, они были творческие, я думаю, их нужно еще разочек присмотреть. Еще раз давайте посмотрим на наиболее интересные работы, вот, покажите. Ой, это я, это моя фотография, кто-то залез в мои социальные сети, товарищи режиссеры, я не знаю, кто. А ты же, ну, это я забавлялся, делаешь, так. Я смотрю, да? Это ложечка чайную, ложечку чайную запихну туда. Да, видим, видим, помним. Хорошо, спасибо всем, кто отозвался на наш призыв. День космоса, Международный день космоса. Как вы будете праздновать, я уж не знаю, ну придумайте что-нибудь. Ну вот хороший костюм для празднования, мне кажется. И вот это тоже может быть как вариант. Да, мальчик в ракете. Но победила у нас сегодня одна работа, моя любимая, честно признаюсь. Потому что клинами. Все идеально. Сделала ее Ольга Кондра. Ольга, мы вас поздравляем. Наш редактор Ольга с вами свяжется и расскажет все про приз, где и как вы сможете забрать. А у нас что? А у нас все.